Анна, как вам матч? Мне очень понравилось. Я, честно говоря, очень давно не была на футболе. Мне кажется, уже несколько месяцев не ходила. Были и свои тренировки загруженные, но вот меня позвал «Спартак». Я с радостью пришла на матч. Пришла сегодня со своей младшей сестрой. Она, кстати, следила за чемпионатом мира, рассказывала мне, кто как играет, какие результаты. Поэтому мы с радостью пришли, посмотрели, обрадовались, конечно, также победе «Спартака». Так что все хорошо. А почему «Спартак»? Почему выбрали меня эту команду? Ну, наверное, в первую очередь меня начали звать на матчи. Вот, также я сама из Москвы, «Спартак» из Москвы, и как-то все так сложилось. Я стала ходить на матчи, мне очень понравилось. Вот, поэтому так получилось. Алена Косторная болеет за «Локомотив». Ну, под ним, как мы можем судить. Нет никакой-то там между вами там обсуждения мне вот этого матча? Я думаю, что между фигуристами точно вся борьба была решена именно на льду. Поэтому сейчас уж точно никакой борьбы нет. Вот, так что последнее, что я скажу, что очень рада сегодня прийти на матч. Очень рада, что пришла с компанией, и все хорошо прошло. «Спартак» опять победил. Все, всем спасибо. Кто «Спартак», ваш любимый футболист? «Спартак», удачи. Кто все. Ваш любимый футболист в «Спартаке»?